Я приветствую всех покупателей. Представляю вашему вниманию небольшой лотик елочных игрушек в количестве 3, 6, 9 штук. И сейчас буду каждую максимально детально показывать, чтобы вы видели своими глазами, что вы покупаете. Итак, первое на обзор выходит вот такая елочная игрушка. Их 3 штуки. Две одинакового цвета, это чуть-чуть отличается. Тут вот такой оттенок чуть-чуть бронзовый, такой вот ближе к золотому, к рыжему цвету. Такая вот, как типа бутылочка, наверное, что-то такое вот. Так, вот эти вот шляпки снимать не буду. Боюсь повредить, потому что что-то не совсем у меня получается их расстегнуть, и они у меня просто лопаются. Поэтому вот так вот поближе показываю, вы уже там смотрите. Ну, визуально она такая вот целая, бутылочка одна. Да, присутствуют потертости, это все следы и отпечатки времени. Видите, аж ржавчиной покрылась. Да, вот тут вот видно сразу такие небольшие скольчики, трубочки. Ну, такие вот рисуночки. Ну, прикольная такая бутылочка. Совсем не частые такие вот игрушечки. А может и частые, но у меня они очень редко попадаются. Вообще необычные. На елке довольно-таки неплохо будет смотреться. Или какой-то вот коллекции. Ну, вот это вообще, она уникальный. Смотри, какой грибочек. Грибочек длинный. Розовый такой. Прищепочный. Так, что-то тут видно, да. Есть кусочек скола, трубочки. Ну, вообще такой будет балдежный, да. Класс. Так, дальше идет зеленый такой, тяжелый. Ну да, тоже бракованный. Я не знаю, как его даже обозвать, но что-то такое вот. Фонарик какой-то. Старенький фонарик. Вот это вот прикольная, блин, какая вот крупная свинья во фраке. Блин, какая веселая. Да, свинья во фраке. С синей такой бабочкой. Так, и вот самая такая вот прикольная. Это вот, смотри, какой автомобильчик. Да, целенький. Смотри, он вот так вот на веточку клац, вверх торчит. Что за модель? BMW или кто-то еще. Кто-то там не звонит. Так, трубочка. Трубочка вроде как все целенькая. Сейчас я сброшу, секундочку. Так, и заканчивают обзор. Две вот такие вот игрушечки. Это девочки или мальчики на санках. Потертые такие. Так, лицо. Красочки целые, есть такие небольшие вон там затертости, трубочка целая. Одна такая вот как типа зеленая, а вторая вот очень яркая, прям очень-очень яркая. Ребята, ссылочка в описании. 9 этих новогодних елочных игрушек сегодня у меня в продаже. Претензии возврата не принимаю, отправляю только новой почтой.